Всем большой-большой привет! Ребята, вы на канале Джонни Паппит, а мы продолжаем играть нашего воришку Боба. У нас уже 13 уровень, осталось совсем чуть-чуть, чтобы закрыть территорию Шенгели, в которой, наверное, главенствует доктор Тевиус. И давайте уже приступим быстро к четвертому, к 14 уровню, который мы не начинали. Костюм у меня, как обычно, стоит супер-пупер, издает меньше шума. Вот, видите, 100% noise reduction, то есть 100% уменьшает шум. Это очень здорово и круто, можем бегать от них. Так, ну давайте уже приступим. Шенгели 14, осталось, в принципе, тут 2-3 уровня, и все, территория будет закрыта. Ну, мы, может быть, что-нибудь узнаем про какую-нибудь предысторию. Так, Ники говорит, посмотри, этот лучший дьявольский план, документ... в которой ты нашел документ в предыдущей этом, локации. Что-то там, короче. Так, ну да, ребята, я там наболтал какой-то ерунды. В общем, так. Нужно, короче, стащить дальнейшие инструкции, скажем так. О, туалет? Хе-хе. Так, непонятно. Чики-пуки-то, хорошо. Угу. Здесь, наверное, закрыто будет. А, тут... А, подожди, бабуля! Да подожди, говорю, да подожди! Бабуля, только не сюда. Бабуля, ты старенькая, ты не можешь ходить так быстро. Подожди, подожди, спокойно. Спокойно, бабуля. Так, а как бы тебя обдурить? Ага, она пошла. Так, тут пес у нас спит. Сейчас мы бабушку как-нибудь обдурим. Нам же надо желтый ключ взять. Так. Бабуля, бабуля, не надо, не надо. Даже и не думай. Так, спрячемся, спрячемся, спрячемся. Бабуль Зинуля, ты даже и не думай на меня тут это, рыпаться со своей... Ты без биты ходишь, нет? Да, без биты она ходит, она просто такая деловая ходит. Так, я хочу все-таки взять вон ту штукенцу, которую у нее за спиной светится. А если я сделаю вот так вот, бегом? Уп! Ах-эй, бабуля, 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 пока-пока-пока. Есть, отлично, мы спрятались и убежали, бабуля в растерянности и не понимает, что же происходит. Но мы тем временем... Что сделаем? Да. А мы будем краться. Так, будем краться. В унитаз можно спрятаться? Ну, в унитаз я не хочу прятаться совсем. Так, там ходит полицейский, да? Так. Собачка нас не пропустит. Ага, этот смотрит. Давайте, наверное, посмотрим. Ага, дверь закрыта. Хорошо, тогда давайте сделаем телепорт. Чипоньк. Так, собачка-то ходить может? Так. Хорошо. Ага, собачка тоже не может выбегать. Это какой-то... Непорядок. Не, бабуль, ты-то... Ай, она же меня сейчас заметит. Бабуленька, Зинуленька. Ты не Зинуленька, бабулька. Ага, подожди. Подожди, чувак, не звони в полицию. Не звони в полицию. Что происходит? Так, ребята, я обдурил того. Здесь прошел. Так, 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 так. А, я тут... Так, мы взяли еще один сломанный... Беги, 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 беги! Ребята, я не успел удрать! Я не успел удрать и задохнул... Ой, подождите, опять на что-то нажал. Ага, все понятно. Всю карту мы посмотрели. Я не успел удрать и задохнулся в собственной... Привет, бабуля! А, пока, 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 пока! Ты-да-да-да-да-да-да! Сюда, сюда, сюда! По идее... Так... Ух ты! Сейчас, сейчас мы что-нибудь посмотрим, что можем сделать. Давайте тогда будем потихонечку рядом с толстячком краса, который, видимо, пришел сюда отдыхать, да? Тут, 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 тут. Так. Сейчас. А, я не взял вот эту штуку. Так. Сейчас, сейчас полицейский отреагирует, да? Отреагируешь же, полицейский? Иди. А, ага, это не полицейский отреагировал. Это отреагировал... Это толстопузик. Тихо, тихо, спокойно. Так, 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 так. Так. Есть. Есть, есть, ребята. Видите, это все дает костюм, который... подожди, ты меня заметил? Подожди. Ага, ты туда, да, решил побежать? Так, 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 спокойно, спокойно. Давай-ка... Возвращайся. Возвращайся. Ой, нет, 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 сюда не надо возвращаться. Нет, нет, сюда не надо. Как бы туда пройти? Да что ты, ты все время будешь так это по дверьми ходить-то? Успокойся, полицейский. Полицейский, я тебе говорю, успокойся. Ты так не шуми и не шути. Иди на свое место. Так. Иди, 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 пока ты там идешь. Мы... Знаете, что сделаем? Мы сейчас... да. Вот так вот сделаем. Все, взяли. И бежать, бежать, пока нас тут не засосала опасная трясина.
Так. Все, ребята, можно убегать. Есть, great job. Отлично, мы прошли этот 14 уровень. Это же здорово, даже успели по времени. Но, к сожалению, тоже 2,5 звезды. Ху-ху. 15 уровень Шенли. 15 уровень у нас, ребятки. Мы направились в какой-то дом. Ники. Что ты, Ники, на этот раз скажешь нам, а? Какой-то там. Так, ага. Да-да-да-да-да. Ники, что ты скажешь? В общем, как обычно, нужно что-то стащить. Но я так и не понял, что. В общем, какую-то запчасть очередную. Ой, здесь такой, ребята, уровень большой-большой и длинный. Вы посмотрите, сколько тут псов. А, псы, собаки. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, вы видели, сколько здесь их много? Надо пройти и посмотреть. Так, мы активируем эту кнопку. Тут, видимо, этот уровень будет очень сложным. Наверное, и долгим. Так, собачки пока крутятся, вертятся. Мы пока походим. Нам надо пса как-то закрутить, чтобы открылась вот эта дверь, правильно? Так, какая она дверь откроется? Вот это? Так, пес. Пес! Я здесь! Собачка! Собака! Ты идешь? Собака! Ну вот они глупые, они. У них привычка бывает отвернуться и вообще не реагировать никак. Так, да. Нам нужно для начала вот эту псинку позвать. Гав-гав-гав-гав-гав. Собачка, иди сюда. Ты идешь сюда? Иди сюда. Так, давайте посмотрим, достанет ли она. Она достанет, но, наверное, один раз все-таки нужно ее покрутить. Сейчас пройдем. Один раз ее нужно прокрутить сквозь... Сейчас. Смотрите, сквозь ящик, да, наверное? Так, хороший пес. Так, наверное, два раза, ребята, все-таки два раза, наверное, надо прокрутить. Или отодвинуть ящик подальше. Потому что... Хотя можно около столбика ее крутануть один раз, да? Подожди. Я с тобой не договаривался, собака. Так. Так, не достаешь, да? Угу, не достаешь ты, псина. А, ребята, зачем? Что мы занимаемся? Подождите, непонятно чем. У нас же есть ящики, да? Можешь делать проще. Я просто думал, то, что можно собачку туда поставить, на эту синенькую штучку. Кнопочку, но мы этого делать не будем, пускай наши псы все-таки помучаются чуть-чуть, погавкают на веревочке, чтобы нас не дотронуться, не догнать. А мы тем временем будем двигать ящики. Ящики! Я говорю, ящики двигать! Быстрее, ребят! Фу! Мне просто не хватило. Так, псы, подождите. Песики, подождите. Мне просто не хватило, знаете что? Моего бега. Так, все? Интересно, я сквозь веревку смогу пронести это? Так. Иди сюда. Кыс. Кыс. Подожди, пес, подожди, тебе надо вот сюда. Давай еще разочек, я тебя мотаю вокруг. Все, молодец. Как это так? Что с тобой произошло? Почему ты, пес, это решил размотаться-то, а? Так. Ты что, не больше трех узелков, типа, столбик не держит, что ли? Да, ребята, он не держит больше трех. Ну, это печально. Но мы тогда... Так. Ты мне, пес, так мешаешь, честно скажу. Вот эти собаки. Я здесь. Эй. Пес. Ой, меня он вообще перестал видеть. Так, можно вот так вот аккуратненько пройти? Может, он меня не увидит, ребят? Да, он меня не увидел. Ну ты глупый пес. Вот ты пес, хорошо. Мы сделали первый. Отлично, мы взяли какой-то этот... Подкоп будем делать или что? Да, в общем, мы взяли какую-то
с вами лопатку, это не успел даже прочитать. Мы взяли лопатку. Здорово, но, в принципе, с собачками вышло очень просто. Так, 16 уровень. Так, да, 16. Мы продолжаем играть, у нас останется еще 2 уровня. Но я надеюсь, я успею. Так. Так. Бежать. Да. Нужно... Главное быстро бегать, и все. Подожди. Сейчас тут все сработает. Сигнализация, сирена. Ужас. Катастрофа. Ребята, продолжим мы, наверное, все-таки закончим 2 вот этих уровня, которых у нас остались для закрытия этой территории, в следующем видео. Если вам понравилось, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, вступайте в группу, в Инстаграм, делитесь этим видео. В общем, все как всегда, пишите комментарии. Всем пока-пока.